В рамках национального проекта здравоохранения до конца этого года терапевты, врачи общей практики и педиатры Чувашии получат более 800 мобильных цифровых платформ. Специальные планшеты, сим-карты и отечественное программное обеспечение. Все это ускорит работу с пациентами на дому и повысит качество услуг. Компания МТС совместно с медицинским информационно-аналитическим центром создали 846 автоматизированных рабочих мест для докторов региона. Еще на выходе к пациенту с помощью мобильного приложения врачи смогут просматривать электронную медкарту. При необходимости через планшет можно провести телемедицинскую консультацию с узкими специалистами, включая врачей республиканских больниц. Это особо актуально в условиях пандемии коронавируса. Проект был реализован в короткие сроки, в течение месяца с момента закупки до непосредственной поставки до поликлиник и больниц. Специализированные планшеты, программное обеспечение, защищенный канал информации, мобильный интернет от компании МТС. Все это позволит увеличить оперативность работы наших медиков в регионе. Уже в ближайшие дни настройка и ввод устройств в эксплуатацию будут завершены. Специалистами МИАЦ разработана специальная программа по правильной эксплуатации мобильных устройств. Обеспечен доступ с планшетов к республиканской информационной системе. Сегодня наши участковые врачи, выходя на дом пациента, сразу будут иметь доступ к нашей медицинской информационной системе, конкретно к электронной медицинской карте пациента. И с помощью этой программы они могут выписать и льготный лекарственный рецепт, смогут формировать электронный больничный лист. И самое главное, будут доступны все клинические протоколы, все медицинские документы, которые помогут врачам, самое главное, своевременно и быстро поставить правильный диагноз и своевременно начать лечение. Одно из преимуществ такого автоматизированного решения – его универсальность. Мобильные цифровые платформы могут быть использованы и в других сферах, например, для обеспечения работы сотрудников почтовых служб, полиции, курьеров, специалистов коммунальных служб и для всех, кто занимается домовой или поквартирной работой с клиентами.